Oye. Buena. Dani. Таня сбежала. Я не знаю, что она собирается делать. У меня вроде сердечный приступ. Мичо, у тебя не сердечный приступ. Откуда ты знаешь? Нам нужен Пауло. Он знает, как все исправить. Пауло, небось, уже в Майами. Не-не-не-не, он еще здесь. Дани, встретимся на маленькой горе к западу от аэропорта. Там есть бункер. Высматривай мексиканца. Это буду я. Ладно, ладно. Дыши, я уже выдвигаюсь. Ну вот, собственно, продолжение. Клара, Мария Маркесса мертва. Знаю, об этом говорят в новостях. Это не было частью плана, если он у нас вообще был. Мы можем извлечь из этого пользу. Казнь Марии – удар для Антона. Поверю, когда увижу. Покеда, Клара. Здесь! О, я снова могу дышать! Я думал, радио Либертад все исправит. Да ни хрена подобного! Талия творит какую-то дичь! Я вообще не сплю! Пауло уехал, и все пошло через жопу. Мой дилер клянется, что видел его в аэропорту вместе с этим сучим Бэмбе. Даня, Пауло нужно вернуть. Только он может оттащить Талию от края пропасти Карнала. Я сам пытался рвануть за Пауло. Дошел до терминала, там бац! Военные повсюду. Чуть штаны не наложил. Ну и это свалил оттуда. Ты ж знаешь, я солдатам не ровня. Ты должна вернуть Пауло. Ты должна все исправить. Да? Угу. Дани, будет лучше, если ты провернешь все по-тихому. Там куча солдат. Нифига себе, какие кони дикие. Ну что? Дани, новобранцам надо пройти боевое крещение. Мы хотим, чтобы ты им показала, как нужно устраивать засады. Выручишь? Грасиас. Thank you.
Чтоб меня, спецназ. Тут просто дохрена солдадос. Похоже, они поджидают Паулу. Колья. Я супер. Подмоги не будет, Камемьердас. Вижу офицера. Камера. Пауло, во что же ты ввязался? Тут нужна осторожность. Где ты, Паула? Если у вас возникло подозрение, что вы видели кого-то из этих нелюдей, обратитесь в ближайшее отделение протектора Галапатия или же сообщите об этом нашим отважным бойцам. Если же вы хотите стать истинным патриотом Гары, уберите этих террористов на месте. Я даю вам разрешение, и я лично награжу вас за это. Надо найти Паула. Буэнос ночес.
Лесу. Эль где-то здесь! Она была там! Внутри! Хреново. Где же ты, Паула? Так, ну это явно вход. А терминал тут должен быть. Интересно. А где Паула-то? На втором этаже посмотреть. Заперто. Бедный Паула. Он мне нравился. Ола, Рохас. Так хочется думать, что ты пришла повидаться со своим другом Бэмби. Но мы оба знаем, что ты ищешь Паулу. Где он? Прямо сейчас должен был улететь в Майами первым классом. Но ты его сдал. Нет, нет, эта жизнь преподнесла мне сюрприз. Меня ждали солдадос, так что пришлось пойти на сделку. А, вот когда ты его сдал. Я получил свободу и проценты. Но у меня все-таки есть сердце. Я скажу, куда забрали Паула. Он на курорте в Барьяле. Если с ним что-то случилось, тебе конец. Ох уж эти обещания. Лучше поспеши, Рохас. Пауло не в самых надежных руках.
Бичо! Ты выручил Паулу! Настоящая героиня Яры! Помолчи хоть секунду. Его схватили и увезли на хера в курорт. Курорт? О чем ты вообще? Паула в норме? А курорт хороший? Бичо, позвоню, как найду его, ладно? Херне. Пилот, сообщите свой идентификацию. Что? Зачем тащить Паулу в такое место? Там не Паулу лежит на дне. Блин. Интересно. Паула здесь нет. Вот срань. Как бы мне вот за эту стену-то попасть? Интересно. Если Паула тут нет, Бен бы покойник. Паула! Паула!
Тише, да. Тише. Люблю новые телефоны. Тонкие. Боль – часть прогресса. Так меня учил Кастильо. Посмотри на Венеру. Ничего бы не получилось, не будь лагерей для изгоев. Из сирот, вроде тебя, выходят лучшие подопытные. А еще из бедняков и других маргиналов. Здесь полкубика PG-240. Вы зовете его ядом. И он поступает в твою кровь. Доктор прописал. Стоит лишь позвонить. Перекрыть коридор. Что за... Это глазки, Дани. Скучали уж, Лёпки? Толя, давай, Карин, я всё в норме. Я с тобой. У меня что-то внутри... О, боже, он мне что там живил? Тащи к Матиасу! Скорее! Господи, боже мой, а! Что за дичь вообще происходит? Матиас, мне нужна помощь. Дани, я сейчас не могу говорить. Паула Сталия уже в пути. Херафель, доктор, отравил меня. Как вывести яд? Так, тебе придется добраться до моей клиники. Дорога на север ведет прямо туда. Все ясно? Дани? Дани? Тачка. Нужна тачка. Я не дойду пешком. Шустрее, Дани. Тебе нужно к Матиасу. Чисто из научного интереса. Скажи, как... Как ты себя чувствуешь? Ты просто глюк. PG-240 уже должно было преодолеть гематоэнцефалический барьер. Заткнись! При гибели нервных клеток они беспорядочно возбуждаются. Подсознание берет верх. Завали пасть! Одна просьба. Сохрани свое тело для последующей аутопсии. Нам пришлось бежать. Кастильо хватал всех без разбору. Нет, Дани. Он искал тебя. Мне стоило остаться с Кларой, но я отправилась в город попрощаться с тобой. Откуда мне было знать? Ты заняла мое место в Либертат. Бросила меня гнить на берегу. Там должна была остаться ты. Мне так жаль. Каково это, когда тебе всегда везет? Пожалуйста, хватит. Да. Нет, 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 нет. Автосервис Сиротки. Такая у тебя была американская мечта. Ужасное название. Мастер на все руки звучит куда круче. Олеху? Сиротки могут рассчитывать только на перепихон из жалости. А на меня, американки, вешались бы пачками. Ты не должен был умереть. Все случилось так быстро. Не
должен был умереть. И это все, что ты можешь мне сказать, Даня? Ты оставила мой труп на крыше. Нас бы тоже убили. Да я... Олеха, прошу, хватит. Матиас! Дани, потом ты! Паула, держи ее! Зачем оставил? Зачем оставил? Это сраный Бэмби! Кап продажный! Только не так, только не так! Нет, мы должны были умереть вместе, помнишь? Дани, что ты делаешь? Дани! Операция без наркоза. О, Дэнни, Дэнни. С возвращением, Дубина. Как Талия? Вам повезло, что у вас есть лучший врач во всей Яре. Где Пауло? Вышел. Сказал, надо планировать войну. Блин. Еще раз вспоришь живот, больше не буду тебя латать. Встал и пошел. Как будто ничего и не было.